Всем привет! Вы на канале «Готовим вместе». Давайте приготовим чашушули по-грузински. Для этого нам понадобится говяжье мясо, болгарский перец, помидор, чеснок, лук, сливочное масло и специи. Лук нарезаю на полукольца. Помидоры нарезаю тоже мелко. И говядину я нарезала вот такими кусочками. Наливаю масло на сковороду, выкладываю мясо. Все хорошенько обжариваю. Добавляю лук, помидоры. Также я добавила томатную пасту. Хорошенько все обжариваю. Добавляю красный болгарский перец, сливочное масло. Добавляю соль, специи. Все хорошенько перемешиваю. Наливаю горячую воду и буду тушить минут 30 на тихом огне. У меня уже все готово. Тушила мясо минут 30. В конце добавляю чеснок. Также нужно добавить зелень, укроп или кинзу. Я хочу добавить немного сушеного базилика. Все хорошенько перемешиваем, и наше блюдо готово. Такое блюдо подается с лавашом. Я буду подавать это блюдо с рисом. Очень вкусно получается. Обязательно пробуйте. Подписывайтесь на мой YouTube канал, чтобы не потерять вкусные рецепты. Ну а мы идем пробовать чашушули. Всем приятного аппетита!